В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт МКД. Кроме реставрации кровель, фасадов и инженерных систем, в перечень работ входит и замена лифтов. В одном из домов, где устанавливают новые подъемники, побывали мои коллеги. Девятиэтажка на Побратимов 27А построена в 1988 году. За это время в доме ни разу не меняли лифты. Жилое здание находилось под управлением ТСЖ и только в 2019-м перешло под ведомство ЛГЖТ. В первую очередь управляющая компания занялась вопросом замены подъемников. За три десятилетия оборудование вышло из строя. Остановка дверей. И он иногда не ходил. Я в этом доме живу с основания его, 88-го года. И в частности, у нас вот лифт был с основания дома и просроченный. 25 лет примерно срок службы лифтов. И с переходом в управляющую компанию и лифты заменили, и фасады поремонтировали, и дороги, и бордюры. Новые лифты во всех четырех подъездах уже установлены, но пользоваться ими жители пока не могут. Вот в эксплуатацию запланирован на первые числа сентября. Компания ЛГЖТ достаточно прагматично, очень профессионально занимается и документами, и сопровождением работ. Стоит задача, по крайней мере, эти все процессы контролировать, отрабатывать, сопровождать, что мы и делаем. И у меня нет сомнений, что с этой работой мы в этом году справимся. Всего в этом году в 13 люберецких домах заменят 39 лифтов. На сегодняшний день уже 27 новых подъемников обслуживают жители МКД, 8 единиц оборудования в процессе замены. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.